Ну что, начинаем новый влог. Он, видите, после урагана на второй день пакет. Я сначала думала, чья-то одежда. А, пакет. Потом у нас упало одно дерево. Вот оно. Его ночью резали. Если бы не приехали, то оно провалилось бы и проломило бы крышу. И там вот ветки лежат. Видите? И может быть другое упасть. Видите, оно, ну, как бы обычно наклонено, это дерево. Вот. Ну, как всегда, самые больные деревья, я считаю, что это ясень. Вот самые березы и ясень. Они самые вот такие болезненные. Если присмотреться, они вот покрываются уже, не знаю, какой-то пленкой. Болеют, когда вот деревья, это видно сразу. Хоть их режут, видите, новые отростки дают, ну не знаю. Вот. Ну что, продолжаем блог. Сейчас я потихонечку собираюсь идти за племянницей в школу. В 1:20 у нее заканчиваются занятия. Буду сидеть с ней, ну, до 8 часов, пока мама придет. У нее первый рабочий день, она вышла. Вот, решила дать вот эти финики. Мужу не очень понравилось, но они очень сладкие такие вот, сахарные, без косточек, вот. Муж говорит, мне нравятся, которые с косточками, обычные. Вот, я решила Кате тоже племяннице дать. Еще принесу ей конфетки, такие в желе. Это из Фикспрайс, тоже из Фикспрайс. И решила отдать ей две заколочки. Потому что у нее, ну, длинные волосы, блондинка. Видите, мне она очень жесткая такая. Вот. И вот такая заколка. Не знаю. Или у кого густые, она хорошо пойдет. Но так она с меня соскакивает почему-то. Вот. Такие заколочки. Вот. А насчет того, что какой у меня был как бы основной подарок на день рождения, я себе купила новый телефон. Я обзор на него не буду делать. Я просто скажу, что я купила Asus 554 модель. Вот. Новый телефон, чехол у меня был, когда я случайно заказала. Я этим телефоном очень довольна. Камера обалденная. Вот. Если вам нужен не очень дорогой телефон, берите Asus. Разные модели. Они каждые 2-3 месяца обновляются. Так, Android тут 7.1. Говорят, что Android 8, у кого обновляется, очень тормозит телефон. Так что делайте выводы. Вот. Так, что я даю своей собаке вообще кушать? Смотрите, сейчас сделала рис в мультиварке, да? И отварная печенка. Печенка очень полезна для здоровья. Моей собаке нельзя ни свинину, ни сосиски, ни колбасу, ничего. Только курица, говядина. Ну, там говяжье сердце, такие вот вещи. Вот. Сейчас будет моя собачка кушать. А то у меня до вечера не будет. У него вода есть, сухой корм есть, но кушать тоже надо. Ну что, одеваюсь и иду за племяшкой. Если получится, немножко поснимаю, что мы с ней делали, какие уроки. Ну, вообще, что делали. Кошку у них прикольную, я тоже покажу. Давай. Ой, открывайся. Мама мне объяснила, как. Да, да, там система такая у вас. Да. Да. Хорошо, у вас стены покрасили такой приятный цвет персиковый. Так, еще третий, да? Да. Вот. У вас физкультуры сегодня не было, не? Или была? Нет, не было. Ну что? Вроде должны открыть. О, аллилуйя, заходи. Где наш Мурк? А что ты тут? Я так. Не переживай. Включай свет. И будем это закрыть, да, все сначала. Нет. Включай свет. Все, раздевайся. Будем раздеваться.
А, вот эта стиралка такая здоровая. Да, когда она заканчивает, она подает знак. Она это... Нет, мне просто... Нет, так-то она маленькая. Не... Меня поражает дизайн, что она здоровая, вот это, вот это. Я думала, вы не решитесь на новую стиралку. Она такая здоровая. Русский язык обязательно надо писать черной ручкой. Обалдеть. Не, у меня просто синяя была. Я как у всех спрашиваю, синяя. Почему черная ручка? Ну, посмотрим в 5 классе. Может, я скажу, что синяя писать. Не, ну у нас все время черные пишут, а в той школе было синий. И как бы я не знаю. Ну, мы посмотрим, что в 5 скажут. Вот. Ну, давайте. Черную сложнее достать. Называется «Дети тоже смотрят YouTube, детские каналы». И сколько у них там подарков? 4. Обалдеть. Они нашли сколько? 2? 2. Гениально. YouTube рулит детям. Познакомьтесь, это Мурка. Да? Ты сейчас убежишь, моя красавица, да? Сейчас я пойду, ты убежишь. Да? Сразу убежишь? Все, убежишь? Тимастик мой. Нет, не убежишь, не боишься меня? Тимайки сегодня. Такая красивая. Да? Просто еще у нас никто не попадался. Ни 200 рублей, ни 1000. Да, настоящая, вижу. А кому попалась? Бабушке, маме? Папе. Ну, все. Вот 2 папе попались. Вот эти. А потом бабушке только. Ну, там 200 рублей. Прикольно. Ничего не попадается. Нам тоже ничего не попадается. Круто. Кидай, кидай, давай. Чем ты вот задеваешься? Чем ребенок один задевается за площадки в 10 лет? Монетку кидает. И все. Кать. Ой, вообще хороший. Это надо домой идти. Это игра вообще просто. Проще мячик взять, я не знаю, или самокат. А, у тебя самокат. Мы его не взяли, а самокат не маленький. Ну, на нем можно кататься, но здесь нет. Катя, Катя. Ну, если у меня ничего нет, вообще. Надо идти домой уже просто. Ничего не взяли и холодно на улице. Видеозвонкам. Моя племянница разговаривает. А киска гуляет у нас. Тут стройка за окном. Тя, Кисюня, ты гуляешь, моя девочка? Тя, я гуляю. Там стройка за окном. Краны. Все строят, а? Кисюка. Гуляшка. Где моя плюсечка? Видите, какая стройка? Еще ремонт дома идет. Вообще фасад. А там Кися. Краны одни вообще. Кися. Кисюка. Да. Полным холдом. Ну что, приветствую вас, мои дорогие зрители. Продолжаем блог. Сейчас придет ко мне мастер подливать под щечи горячей воды. Он обещал с 6 до 8, но придет раньше, вот, с 4 до 5.
Они ездят по всей Москве, вроде это государственная организация. Мне соседка дала 100-400 рублей, но я дам 500. Вот. Знаю, что водосчетчики служат вроде 12 лет, потом подлежит замену. Ну, в 2021-2022 году нам придется менять. Ну, посмотрим. Молодой парень. Вот. Если нужно, я потом, кто из Москвы, оставлю как бы телефон, сайт. Вот, посмотрите, кому интересно. Мало ли в этом году кто-то тоже будет продлевать водосчетчики. Я вам снимаю уже на следующий день. Пришел мастер. Обошлось мне в 600 рублей. Ну, это понятно, что не государственная компания, это энергоресурс. А если вы продлеваете на 4 года, 400 рублей. Если на 6 лет, 600 рублей. И как он мне сказал, вот эти водосчетчики ни в коем случае через 12 лет не меняйте. Они могут долго служить, до 30 лет. Просто продлевайте периодически... Ой, Кузя. Ну, периодически... Просто проверяйте. Ссылочку я обязательно оставлю, но мало ли, кому нужно будет. Обязательно слушайте, что он говорит как бы мастер, но когда он вам начинает впаривать, типа, ой, у вас нет фильтров, пломбы, а мало ли вы сливаете воду, я думаю, бред какой-то первый раз. Ну, это просто фильтры, понимаете, деньги развести. Я говорю, нет, мне продлевайте просто, и все. Вот. Потом вы должны отнести эти документы, снять копию, 3 листочка, там свидетельство, и 2 листочка, что у вас продлен водосчетчик. Вы делаете копию, я спросила, куда нести. Он мне сказал, в ГБУ жилищник, как вот у вас в квитанции написано, платежки, кварплат, туда и несите. Муж мне сказал в МФЦ, я пошла в МФЦ, меня отправили в ГБУ жилищник. В ГБУ жилищник, вы сами знаете, никогда не дозвонится. У них свои графики приема, но у меня приняли без... У них с часу, у меня приняли с утра. Вот, наконец-то я все сдала, замучилась с этими водосчетчиками. В 24-м году теперь буду продлевать, а холодным в 22-м. Вот такой вот опыт. Ну что, продолжение видео. Ну, купила немножко в аптечку. Так, купила мигрениум. Ну, это не реклама, это просто, чтобы вы знали, какие цены. При 20 таблеток по 500 миллиграмм, 153 рубля. Мне кажется, он раньше 110 стоил. Он помогает при зубной боли, при мышечной, ревматической, болезни менструации и простудные заболевания. Очень хорошие таблетки. Даже когда меняется погода, вот скачет давление, тоже помогает к метеочувствительным людям. Как всегда, купила нож пом. В этой помпочке 60 таблеток, 229 рублей. Очень выгодная цена. В Samsung Farm я смотрела, там 40 таблеток стоят 250 рублей. Анальгин у них обычно не был, но я взяла, просто пусть будет. 73 рубля, ничего страшного, анальгин. Так, мизин форта, 20 таблеток, 68 рублей. Так, перекись водорода по 13 рублей. Она всегда нужна. Вот, еще знаете, что я увидела видео, когда смотрела «Секрет на миллион» про Машу Распутину по НТВ. Она сказала, что она чистит желудок, 10 дней принимаешь, увеличиваешь дозу до 4 капель натощак, чистую воду, 4 капли перекиси водорода, интересно. Ну, типа, он убивает все шлаки, микробы, умершие клетки выводит из организма. В Америке это применять, не знаю. Что вы об этом слышите, напишите, может, кто пробовал. И последние таблетки, самые дешевые, сейнодексин. Ну, это я маме взяла иногда себе, это если у вас по-русски, ну, запор и так далее. Вот, 20 рублей они стоят. Вот, постоянно хожу, мне нравится аптека Асна, Samsung Farm, тоже выгодно. Ну, если ты там берешь там перекись, анальгин, ну, что-то такое, йод, да, тоже можно зайти, а половина каких-то лекарств у них нету. И дали мне вот такой вот журнальчик. Эвалар, антиджей, медицина антистарения. Какую-то рекламку мне давали. Но, если вы будете брать... О, чай какой-то при простуде. Если вы будете брать косметику, не берите, там очень дорого. Даже вот Leti Mercier, там гель для душа 300 рублей, Бора, крем 221, а в Ашане он 70 рублей стоит. Ну, вот такие вот нет, там дорого. Вот такие покупочки из аптеки Ас.
А еще хотела вот поделиться мнением вот об этой туши, которую многие хвалят, видео. Продается на фикс прайсе, стоит 50-55 рублей. Вот именно такая вот голубенькая. Ну что я могу сказать? Кисточка удобная, хорошо наносится тушь. Но со временем, мне кажется, она осыпается. Плюс, когда ты покупаешь, сами понимаете, да, что в фикс прайсе может любой открыть уже, и все, туда воздух попал. Сейчас вам покажу кисточку, как она выглядит. Вот. Сама тушь. Вот. Но супер объем она не дает. Удлинение не дает, она как бы средняя, знаете, но бывают вообще туши, которые покупаешь даже за 200, 300, 400 рублей, бывают ужаснее. Ну, я могу сказать так, среднего качества, кто не любит слишком, ну, слишком сильно объем, там, разделение, более натуральные ресницы, могу рекомендовать как бы эту тушь, вот. Как экономный бюджет. Я просто ради интереса купила, проэкспериментировала, вот. Кто-то даже писал, ой, вам не жалко ваши ресницы покупать такую тушь ужасно. Многие, вот видите, девчонки покупают. Вот. Я сделала вывод, что я больше, ну, пока фикс прайс тушь не буду брать. Лучше купить реально один раз нормальную и пользоваться. Вот. А запах? Ну, как бы, знаете, красками, акварелью что-то пахнет, да. Но она со временем, да, может осыпаться. У кого-то не осыпается, это зависимости, понимаете, если открывали тушь в магазине кто-то до вас. Вот, решил поделиться мнением этой туши. Ну что, на этой хорошей ноте я заканчиваю влог, это очень будет длинное. Спасибо, что были со мной, досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, жду от вас комментариев, лайков. Ну, вообще, ваше мнение, ваш опыт, что увидели в этом обзоре. Так что всех целую, обнимаю. Пока-пока.